Друзья, всем привет, с возвращением или добро пожаловать на канал Dead Players 813. С вами, как всегда, Данил и Даша. И это у нас видео получилось таким необычным. Это вот такая запись полета нашей одной из наших первых Даши с Дашкой игры в режиме сплитскрин. А то у нас как-то до этого не получалось. Немножко уточню, игры сплитскрин в сетевой игре именно. Да, именно в сетевой, а не в зомби. Потому что у нас до этого почему-то мы пытались играть сплитскрин, у нас все время как-то вылетало, а сейчас вот наконец-то свершилось чудо, и мы играем в сетевые матчи вместе. Вот. Как раз у нас проходит событие этот киногерой 80-х годов. И у нас крепкий опорный пункт. Да, это получается как, если мы находимся не на опорном пункте, у нас есть 30 секунд, чтобы кого-то убрать. Если мы кого-то убираем, мы получаем этакое временное усиление. Вот, кстати, вот у нас тут был один дикий противник. Кстати, ну до нее еще рано, там была этот парк с дубиной. А, сбитый бейсбольный, да? Да. И она была, по-моему, в камуфляже темного эфира, да? Не помню. А, да, бита была. Ага. Да, и прикол в том, что если ты заряженный, то есть у тебя идет отсчет 30 секунд, ты взрываешься. А на самом опорном пункте таймер останавливается. Вот, Брюс пытался победить Брюса Уиллиса. Но не получилось. Ну, это же Брюс Уиллис. Что ты хотел? Да, он стоит $20. У нас, кстати, скоро выйдет на канале видео, где, если честно, мы будем осуждать вот подобный подход. Этих вот денежных махинаций, скажем так. Ну ладно, сейчас не об этом. Сейчас мы просто играем, получаем удовольствие. Вот как раз тот момент, где мы с тобой были вместе, да, на опорном пункте? Да. А, вот, смотри, я взял вот красную дубину и просто с одного удара, бац, видела? Нифига себе. Ага. Ой. А вот во второй раз у меня вот уже не получилось. А я пытаюсь все это, опорные пункты захватить. Не, ну что, это, конечно, правильно. Кстати, я туда-сюда бегаю. Не, ну ты, кстати, по-моему, там не раз вытаскивался. Не получилось, да? Ну, он, походу, был заряженный, тебя убрал. А я, главное, побежал за одним прайсом, а нарвался на другого. Вот тут обидный момент. Вот почти с ним расправился, не получилось. Да знаю, я признаю это. Чё я какой-то... киберспортсмен или что? Конечно, я лошара, но я хоть признаю этот факт. Нифига себе, у вас там замес был. Да. Ну сожгли вас всех, ничего не поделаешь. Да. Любят они, конечно, засиживаться в том вагоне. А еще это, еще это поезд убийцы. Они любят вообще везде засиживаться, типа, где есть укромные места. Ну да, это порой жутко-жутко обижает. Так, мы в этот момент, что, все здесь были? Всей командой? По-моему, да. Ага. Вон, опять это безумная паркуш с дубиной. Просто бежит сияющий фиолетовой, блин, битой. Это чекуром нас. Ну, как всегда. Так, газ там вот в этот момент был ваш или не ваш, я уже не помню. По-моему, не наш. Да, нормально, у вас так там зафигачил обоих. Да вообще. Да вообще, ну вы тоже так гениально сели по углам. Так, тут я найду кого-нибудь или нет, уже не помню. К сожалению, нет. Однако удивительно, что меня никто не убрал за это время. Согласна. Угу.
А вы в это время там опорный пункт держите. Да. Вот тут меня убрали пар. Хорошо, что ты меня услышала, когда вы играли вместе. Ее убрали. Угу. Не я, конечно, ее, по-моему, застрелила, но ну, ее все равно убрали. Для начала подранила уже неплохо. Старалась. Я, блин, одного. Знаешь, что меня вот выбешивает? Вот АК, калибр 7.62. Ну, что называется, подойди в упор. Встань рожей перед стволом. Все, без шансов. Это как так? Бежит балда на тебя с дубиной, ты просто ее расстреливаешь в упор калибром 7.62, и она, сволочь, живая. И, блин, ну где адекватность? Ну где? Это игра. Не, я понимаю, что это игра, но просто иногда вот в такие моменты ты просто в шоке. Ну как так? Ну понятно, дело, что в шоке. Бывает даже просто и бежишь, плевать с чем. О, кстати, вот тут нормально опорник отбило. А тут нет. Ну ничего, по крайней мере, держалась. Старалась. Угу. Хоть какие-никакие секунды, а выиграла. А вот тут они активно защиту поставили эти. Ох, как мы идем-то вперед. Угу. Они отвоевать у нас не могут. Не, ну как, могут. Но, видимо, там как раз в этот момент ребята их обходят и не дают им прорваться. Потому что если бы они бы пошли все ко всей команде, мне кажется, они бы нас бы, что называется, мясом бы закидали. Не удалось мне никого взорвать машинкой. Так мне тоже до этого не удалось. Я печат. Ну, поплачь немножко. Я так хотела взорвать кого-нибудь машинкой. Серьезно? Да. Ну да. Это прикольно. Кстати, знаешь, что я заметил, что... Да, вот это был неприятный момент. Я заметил, короче, что вот в этом режиме крепкий опорный пункт, они идут не по порядку, как в обычном опорном пункте. О, да, выиграли. Разброс. Смотри, с каким счетом-то главное. Ну да. Только помнишь, до этого мы матч точно так же проиграли с разгонным счетом. Да. Угу. Вот и ты. Ну да, тут выханулись, согласна. Жесткое, я бы даже сказал. Ну да, ладно. Главное, выиграли. Ага. Ну вот и... Ну вот, пожалуйста, результат. Я на четвертом, ты на шестом. Ну хотя, если честно, понятно, почему мы их выиграли. Ну, посмотри, их всего четверо. Так что победа у нас такая печальная. Можно сказать. Было сейчас избиение младенца, но ничего не скажешь. Так по мне так. Мы выиграли. Все, успокойся. Ну, ладно, главное, прошли задание события, вот и все. И ну, это тоже, да. Ну ладно, друзья, благодарим за просмотр, надеемся, вам видео понравилось. С вами по традиции были Даниил. И Даша. Канал DDPlayers813. Всем пока. Пока-пока.